На футбольном поле центрального стадиона имени Ленина сборные команды Советского Союза и Франции. Эта встреча должна была решить, какая из команд продолжит борьбу в чемпионате мира. Советских спортсменов, они играют в белых футболках, устраивала ничья. Сборной Франции была нужна только победа. В первой половине игры советским футболистам никак не удавалось добиться успеха. Лишь во второй половине матча, на 81-й минуте, Олег Блохин открыл счет. И ровно три минуты понадобилось нашим форвардам для того, чтобы пробиться через защиту соперников и забить второй гол. Счет матча 2-0 в пользу сборной СССР.